Легковой автомобиль отечественной марки на большой скорости налетел на камень. Водитель не справился с управлением. Все находящиеся в машине оказались в заперти. Спасателям пришлось вскрывать автомобиль как консервную банку. На всю операцию не более 20 минут. Но случись трагедия на самом деле, на счету каждая секунда. Соревнования среди спасателей пожарных проводят регулярно и каждый раз в обстановке, максимально приближенной к реалиям. Все настоящее – огонь, автомобиль, экипировка – лишь пострадавшие, говорят спасатели, к счастью, манекены. В зависимости от сложности аварии, если пострадавшие есть, если, чтобы им не навредить, надо аккуратно разобрать, провести аварийно-спасательные работы, то есть бережно, так сказать, и может занять это больше, чем 5 часов. Всем участникам соревнования, это 16 команд, предлагали одни и те же обстоятельства. Организаторы каждый раз вновь и вновь воссоздавали одну и ту же автомобильную аварию. Эксперты оценивали скорость и слаженность спасателей. По итогу лучшее время по ликвидации последствий ДТП у первого пожарно-спасательного отряда – почти 10,5 минут. Это хоть хороший показатель, но не предел. Подобные соревнования – проверка опыта и мастерства людей, которые одними из первых приходят на помощь. Ведь от них зачастую зависит чья-то жизнь. Елена Кузовкина, Александр Антропов. День с толком.